вспомнили букву Т. Мы с вами слова писали, да? Буква Т. Угу, какие? Угу. Ага, ага. Угу. Угу. А вот эти в середине буква Т что была? Проходили мы с вами? Нет? Тотти, да? Вот слово. Э букву мы прошли с вами, да? Р, Т. РТ что это означает? Рана. Угу. РТ. 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 Ну, чтобы пример буква Т была, чтобы в середине слова. РТ. Х проходили мы с вами, да? У проходили, так сейчас напишем. Ринпоче. Ху. Туг. Ту. Ху. Туг. Ту. Хутухту. Это перерождение, значит. По-калмыцки. Ху. Туг. Ту. Хутухту. Ту-тук-ту. Богдоджи зундам баху тухта говорим мы же? Или дилу баху тухта. Тылу тулку римпоч. Шаджилам калмыки. Так пишется. А? Ирте. Рано. Ирин ирте. Рано утром. Удачигин ирте. Еще рано. И слово. Начало буквы С, твердо рядное. То. Хой. Тоха. Знаете, да, что такое? Локоть и полуостров переводится. То. Ха. Шартоха. Цантоха. Хартоха. Слова перепишите и будем перейдем к букве Б. Ну, римпочи переводится как то же самое, синоним слова римпочи. Богдоджи зундам баху тухту, монгольский глава святой. Г такая, ага. Г это конечная, либо Г, которая встречается перед согласной. Мы с вами учили пока Г, которая с гласными сочетается, а это либо перед согласной, либо в конце слова, которое. К. Б. Я напишу начало буквы Н, напишу, да? Середина С и в конце К. Будем сочетание с гласными. Ба. 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 Б. Б. Би. Би. Так, ну-ка. Так, я сотру это сейчас. Би. Бо. Бо, так, посмотрите, как я пишу. Бо. Бо. Она похожа немножко как на Э. Бю. Бю, вернее, похожа. Бо. Бу. Бу. Бю.
Бю. Ба в середине. То же самое будет писаться. В начале. Середина. Ба. Б. Би. Аналогично. Бо. То же самое. Бу. То же самое, как и в начале. Бе. То же самое, как и в начале. И бю. То же самое. Это для арбичек дне. Одинаково пишется. Конечная ба. Вот так теперь. Ба. Вот видите, помните, когда мы учили с вами? Хвост сюда и хвост в эту сторону. Вот этот применяется. Ба. Бе. То же самое. Бе. Би. Конечная би. Она такая. Как ги. Мы учили? Бо. Бо. Бу. Бе. То же самое. И бе. То же самое. Ба, бе, би, бо, бу, бе, бю. Ба, бе, би, бо, бу, бе, бю. Ба, бе, би, бо, бу, бе, бю. Тоже повторяйте, как пишут. Ну, смотрите. Ба, бе, би, бо, бу, бе, бю. Ба, бе, би, бу, бо, бу, бе, бю. Где? А, саму просто букву Б. Вот так. Вот так. Б. Буква Б. Где? Это конечное? Вот так. Ба. Вот так. А если вот так, как вы хотите, в ту сторону, вот так. Получается бан. А? Этот? Вот так. Вот. Сама буква А в начале, так мы же сами учили. Ну. В середине, вот. И в конце, вот так. В данном случае вот так вот. Где круглый О, а где квадрат? Где? Бо. Ну, круглый. Ну, вот это. Ну, можно и круглый. Эту? Можно и круглый сделать, можно и твердый. Вот так. Вот так. Квадрат. Ага. Вот этот квадратный, да? Ага. Можете так. Некоторые берут вот так, пишут бо. Вот так. Ну, это тоже традиция, но она неправильно пишет. Ну, традиционно так пишут некоторые. Что? Вот это? А вот так? Ну, бывает так, но не всегда. Вот в учебнике, например, не так. М? Ну, как, ну, специально как букву Б хотят сделать, выделить, вот так пишут. Но неудобно же сидеть вот так рисовать. Она же рука не должна отрываться. Так, я тебе... Ины? Да. Просто А. Вот это? Да. А в эту сторону. Вот А туда, запятая А сюда. Не, можете не повторять. Это просто человек попросил. Я сотру. Ну, бо, вот. И бю. Ну, они почти одинаковые, просто по смыслу, когда в слове пишутся. Передний рядный, например. Слово давайте напишем. Бе-ке. Бе-ке. Знаете, что такое? Нет, бе-ке. Нет. Борец де бе-ке. Да. А бе-ке? Крепкий. Бе-ке. И говорит, бе-кар бичты гуля.
Писали чернилами. Чернила бека. Чернила. Беляр бядык, бекар бадык. Вот. Чернила. И это крепкий. Крепкий. Крепко. У кого имя Бата калмыцкое? А вот кому-то уж бабушки, например, раньше называли место Бата, не называли они. Назвали Бекэ Хаднат. А вот Бекэ слово, борец, вот он. Бекэ. 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 За времена борец. Бекэ. Венчин Бекэ. Такой драматургия, да? Пьеса. Бекэ. Борец. Бекэ. Бал. Мед. Мед. Так. Би. Я. А что же я перевожу? Это обычно простое слово. Би. Бере. Знаете, да? Бере. Бере. Бум-ба. Бум-ба. Страна бумба. Бум-ба. И еще сосуд для воды, для аршана. Хурули видели, вот где сверху павление перья стоит? Ну, это бум-ба. Бум-ба. Сотру из середины. Бол. Ту. Ай. Как перевести по-калмыцки? Бол. Ту. Ай. Бол. Ту. Ай. Болтха. Говорим же болтха. Болтха. Бу. Бу. Ружье. Бу. Ружье. Некоторые слова, которые в середине св пишутся, говорятся, у нас полтин. Овер, например, тавн, они пишутся. В тот дубичек эбер, табун, табин. В для калмыцких слов не применяется. Так. Б в середине. Та. Бин. Та. Бин. Тевен. 50. Так. А? Где бер? Беры. Угу. Так. Бур хан. Бур хан. Бур хан. Будда, как шакьямюни по-калмыцки? Бур хан. Бур хан бакши, да? Бур хан бакши. Калмыцкое название этого храма. Бурхан бакшин алтын сүмі. А? Это? Это бур хан. И бакши, да? Бакши, ага, учитель. Бур хан
Я не в ту сторону написал, не помещается. Нет. Вправо, в горизонтально напишу. Угу. Бурхан. Багши. Бакша. Бурхан Бакша. Бурхан Бакши. Бурхан слово, оно заимствовано из древнего уйгурского языка. Бурхан. Табин. Слово в середине с буквы Б. Бэр. Ху. Би. Ху. Би. Ху. Би. Хы. Там скажем хы. Хы. Доля. Часть. Доля. Часть. Тона хы. Ваша часть, ваша доля. Табин. Та, Т, А, Б, Бин, вот так. Ш. А, вот он. Мы еще не дошли до Ш. До Ш. Здесь напишу. Баг, Ши. Баг, Ши. Ш, а вот так Ш. Ш. Угу. Багши. Угу. Угу. Слово, например, еще. Сотру я с той стороны. А, нет, хорошо. Пишите. Да. Напишу слово. Бургу. Бургу знаете, да, что такое? Ага. Бургу. Сверло. Бургу. Слово еще знакомое нам. Буру. Буру. Буру знаете, что такое, да? Буру. Неправильный, неверный. Ошибка. Буру. 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 Бюрю. Бюрю знаете тоже. Что это такое? Бюрю. Бычок, да? Бюрю. Бюрю. А? Бургу. Бургу. Бургу нет слова такого. Бургу есть. Г. А? Сверло. Есть еще... Раннее слово «верме» называется, сверло. Более позднее – «бургу». «Буру» – предпоследнее – это ошибка, неверно. И «бюрю». «Бюрю» – бычок. Какое слово? Здесь? С этой стороны? Бумба. Бумба. Это сосуд для воды в хруле. Для воды. И страна бумба можно. Бумбинорн. Страна бумба. Так. Иностранец по-калмыцки это буру кельтн. Иностранец. Иноверец буру номтн. Буру кельтакюн, иностранец. Бруном так и иноверец. Иное. Иное, значит. Другое. Хутан бруимское. Вещи одеть неправильно. Госан бруимское. Дети маленькие одевают же? Лево-право. Путают. Говорят старики.
Ахша ядрых хор халяль гадум мска. Одна сторона смотрит, туфли смотрит на Астрахань, другая на Волгоград, например. Буруймска. И на верит буру ном та. Ном религия. Вот бе, знаете, бе кю. Бе, бе, бу. Примеров бу много. Бо, бол тугай, бол тха. Бу, бу, ба, ба, би, бе. Барс, 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 тигр, тигр. А когда говорим год барса, бар джиль, эс теряется. Бюрю, бычок, теленок. Бюрю, буру. Где у нас? Передний, мягкие рядные, гласные, твердый ряд, твердые гласные, они меняют смысл. Смысловый. М. 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 У тебя так. Начало. Так. И М. Вот так вниз. М. Ага. Ну, пишу просто для примера. Повторите. М. Потом будем с гласным писать. М. Ну, за движение просто. М. 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 Перепишите цифру. М. 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 Да. Все, сотру. М. М. Сначала, середина, конец. Ма. 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 Ме. Ме. Ми, ми, мо, мо, му, му, мё, мё, можно подсветить, я напишу просто, мё. Мю. Середине слова. Ма. Ме. Ми. Ми. Мо. Му. Мё. То же самое, можно сказать. Мё. Мё. В конце. Ма. Ма. Ме. Ме. Ми. Ми. Мо.
Му. Мэ. И мэ. Вы знаете, что уже это круглое будет, да, сейчас в шкаф? Мэ. Видно отсюда? Ма, мэ, ми, мо, му, мэ, мэ. Ма, мэ, ми, мо, му, мэ, мэ. Ма, мэ, ми, мо, му, мэ, мэ. Вы перепишите, сейчас сотру. Мау. Чтобы с примером, да? О, мог. Слово буква М посередине. Ну что, видно, смотрите, как идет. Видите? О, мог. Ну, видите, прямо. О, мог. Гордость. Мо. Ой. Мо, ой. Змея, да? Мога. Мога. Мир. След. Мир. А? Омык. Омык. Гордость. Высокомерие. Гордыня. Омык сеткин. Гордыня, гордость. Высокомерие. Один из грехов, можно сказать. Омрачений. Омук сеткил оры изликши ханды, чек зоктым беше. Высокомерие не подходит и хану, или правителю государства. Поговорка, так, пословица. Так. Мир. Мир. Мир, след. Мир, они говорят? Вот Мирен, увидеть свой след. Мо-рин. Мирн. Мо-рин. Мирн. Лошадь, да? Конь. Лошадь. Лошадь. Мирн. Так, теперь. В середине слова. А-ман. Аман. 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 Мы в середине слова. Аман. Здесь сотру я. Записали эту букву? Да? Ме-де-к. Медик. Метх. Знать. Знать. Медик. Знать. Э-мэ-нэ. Ümünü. 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 Впереди. Спереди. Впереди. Спереди. Ümünü ödür.
да? Канун. Алло? Да-да. Алло, Батман? Да-да-да. Это контролер. Батман? Ой, не до тебя, сейчас контролер. Так. Мини мой. Ми-ни-ми-ни-мой. Так. Здесь стереть мне, да? Можно? Все буквы как пишутся? Все. Еще раз. Слова. Гордость, высокомерие, гордыня. А, мини. 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 Сейчас напишу. Мини не переписали еще? Мини. Вот так. Мини. Пишется. Пишется мини. Пишется мини. Мини. Мой. Менді. 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 Вот это Н. Менді. Н. Перед согласной Н. Черточка. Точка не пишется. Помните? Менді. Менді. Приветствие и здоровье. Хаг. Мунхак. Мунхак. Так, мы еще Ан еще не проходили, вот это МГ, который. Мунхак. Тоже здесь как добавляем это. Буддийские термины. Мунхук. От санскритского моха. Невежество. Один из таких буддийских терминов. Мунхак. Мунхук. Невежда, невежественный. Хык. Невежество. Невежество, невежественный. Ага, хорошо. Ну и самое такое слово короткое. Му. Му. Плохой. Му. Нехороший. Му. Му. Наш, как по-колонски будет? Мана. Ма. Най. Ма. Най. Ма. Най. Манай. Мана. Манай. Так. Ма. Най. Орон. Как переводится? А? Манай орон. Манай орон. Наша страна. Мана орон.
Манай орон. Здесь стереть можно? Эту сторону сотру. Лед. Мы. Сын. Мы. Сын. Мы сын. Лед. Лед. Мы сын. Лед. В середине слова. Пример. Терме. 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 Ишке герин терме. Решетки, юрты, кибитки. Стенки есть вот эти? Терме. Терме. Решетки, юрты, стены, юрты. Стены, юрты. Решетки. Решетки. Это русское слово теремок. В ту сторону стереть? Правое крыло. Или посередине стереть что? Нет еще. Сейчас еще один буддийский термин. Слово напишем. Здесь мендуэ сатру? Можно? Решетка. Решетки кибитки. Стены юрт такие. Ми. Миг. Земма. Мигзем, знаете, что такое, да? Мигзем. 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 Восхваление Дзонхавы, ламы Дзонхавы. Мигзем. Значит, я по-русски написал. Мигзем. 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 Мани, мигзем. Есть такое понятие. Ком. Читать мани и восхваление Дзонхавы. Мигзем. Мани, мигзем. Мши. Мигзем. Перед входом в храм читается мани и мигзем. Стены, юрты, решетка, терме. Термин «удары». Есть слово такое, скрип, крепление стены. Восхваление Дзонхава. Миг... Длинное, вот это? Мигзем. Нет, не три слова. Я просто пример, несколько раз, три раза написал. Что-то мы немножко трудноватое, как последнее. Мигзем. 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 Имя есть такое Мигмир, да? Марс, планета Марс. Мигмар. Мигмар. Мигмир. Мигмар. Он тибетское происхождение. Миг. Красный. Ой. Миг. Глаз. Мар. Красный. Мигмар. Красная планета. Мигмир. Имя Мигмир. Мигмир. Планет. С тибетского переводится. Миг – это глаз. Мар – красный. Угу. Глаз – миг. Угу. Мигзем. Мигзем. Миг. Медзеви, дырчин, чен, рези. Угу. Так. Ну и пример еще один. Кюмюн. В середине слова. Кюмюн, знаете, что такое, да?
Кумын. Человек. Кумын. Его же синоним кун. Кун. Кумын. Кумын. Кумын төрліктін. Человечество. Люди. Кумын әнтін. Человечество. Люди. Вот. Мигмар. Мигмар, значит, имя. Мигмар. Имя Мигмар. Нет, это восхваление. Восхваление это. Гимн. Такой краткий. Мигмар. Назул повторяет его много раз, читает. И вообще верующий читает вместе с молитвой Омани под Мехум. Мигзин. Что, какое слово? Мунхак. Много слов, да, на им написали? А? Кюмюн. Человек кюн. Кюмюн. Кумын. Кумын. Кумын әмтін. Күн. Кумын. Собирательно. А? Не. Хун шоун. Не, хун это другой. Күн. Слово. Давайте. Здесь сотрудим? Еще одно слово такое популярное в Калмыкии. У калмыков. Мирде. Мирде Бурхун, знаете, да? Мирде. Переводится с санскрита. Долгая жизнь, вечная жизнь. Амрита. Амрита. Мирде. Мирде. В конце. В калмыцком пишется Мирде. Мирде Бурхун, да? Знаете, такой маленький. Талисман. Мирде. Популярный был. На войне. Он в войну уходил. Опасные какие-нибудь задания. Мир, да. Я нечетко написал, что ли? Мир, да. Мир, да. М, И, Р, Д, Э. Мир, да. Г. Г, который встречается перед согласной и в конце. А, это М, это Г. Да. Итак. Муруты? Не, чкамурт не тыкли. Отдохните. А? Мюсен? А, я же стер, да? Давайте сейчас. Мюсен. Мюнур хамурта мюкыш, мюкыш ноин, мюсен давагар. Давна есть такая песня про последнего принца Джунгарского ханства Мюкыш Нойена. Мюсендава называется. Перевал, ледяной перевал. Мигзам. Сейчас немножко отдохните и букву М будем писать. Ой, З. З. Или оставим тебе. Сейчас уже. Да? Давайте напишем.
З и С. И С на следующее занятие. Уже, наверное, когда у нас занятие? Сегодня пятница, да? З. З. Вот он. З. Четверка, да? З. З. Нет, не писали все. А, З. Ну, Мигзым сейчас она встречалась. Ну, и не так как не учили. З. З. Так. За. 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 Начало. З. З. Зи. Калмыцкая зи нет. Джи. Она читается джи. Скобку возьму. Джи. Хоть она так пишется. Джи. Зи. Читается джи. Читается джи. Зо. Зо. Зу. Зу. Зе. Зе. И зе. Какие буквы еще две можно писать? А? Какие буквы еще две можно писать? Да? Ага. Легкий, да? Амур? Начало, середине слова. Ну, тоже самое, да? За. Зе. Джи. Зо. Зу. Зе. 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 В конце. За. Зе. Зе. И подлиннее. Джи. Зи, да? Джи. Так. Зо. Зу. Зе. 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 За, зе, джи. Зо, зу, зе, зе. За, зе, джи. Зо, зу, зе, зе. Вот это зи пишется, читается джи. Хорошо? Вот я в скобках написал. Джи. Слова. Зум. Зум. Почему мне про зум написано, интересно? Зум. Зум. Сто. Зум. Зум. Сто. Сто. Зун. Зюн. Игла. Зюн. Зюн. Игла. Игла. А? Зун. Зюн. Игла. Долгая ю. Зюн. Игла. А вот если вот З и, как это читается? G, ага, начало. G, да. G, да. G, да. Копье. Копье.
Йо. Копье. Бол. Джи. Хватит, да? Больч. Бол-джи. Бол-джи. Хватит. Зан. Зан. Слон. Зан. Слон. Долго. Вот здесь как раз долгота. Знак долготы. А, удан. Зан. Здесь букву все переписали? За, зо, зю. Переписали? Давай сотру и будем. Также слова. Да, здесь когда вот З, после З идет И, джи читается. Джида. Копье. Джиде. А, если после З идет И, тогда джи читается. Сегодня последний. А, больше. Зёп. Зёп. Зюв. Право, да? Правильно. Право. Правильно. Верно, да? Знаете слово? Верно. Зюв халгар йога. По правильному пути иди. Зюв. Здесь. Знаете слово здесь? Здесь оно, ну, редко сейчас встречается. Здесь. Здесь. Медь хорошего качества. Здесь. Здесь. Ну и слово зе. Знаете все, да? Зе. Зе кюн, зе кюкен. Зе. Внук, племянник по женской линии. Зог. 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 Здесь медь. Медь. Я забыл перевод. Медь. Здесь инсен зевердго, зенах схор мортлстго, да? Поговорка. Здесь. Зюв. Зюб. Это как последний. Зюб. А, это? Зе. 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 Ага, зе. Пишется так. Зюв. Право, правильно, верно. Зюв, да, верно. А? Где? Нет, это только купорос медный. Зенкер, это медный купорос. Зюв, зюп, зюп, пишется зюв, говорится, читается. Зюп. Зюв, кельнич. Правильно говорит. Зок. Зок. Насмешка. Насмешка. Насмехаться. Усмехаться. Намар зок кене, говорит, надо мной смеются. Надберхе, зокберхе. Насмешка, смех. Ой, зок такой смешной. Кюн, говорят же так? Где? Вот это? Г? Это? Эни? Ага, чуть-чуть продолжай. Это долгота, зок.
Так. Рыжий конь. Зер. Д. Зерде. Рыжий конь. Ну, из Джангара знаете, да? Арнзл зерде. Зер. Коротко получается, что ли? Зер. Д. Зерде. Зерде. Арнзл зерде. Рыжий конь. Рыжий конь. Рыжий конь. Здесь сотру я первые такие. Хорошо? Так. Зуху. Зуха. Зуха. Кусать. Кусать. Зар. Знаете, да? Реклама. Объявление. Зар. Реклама. Реклама. Объявление. А? Зуху. Объявление. Хан зар тэвджи. Хан дал объявление. Гурун маргандорсын орхы. А? Зуху. Где? А, зухо. Кусать. А, зухо. Это я современно взял, написал. Зухо. Ага. Говорим зухо. Мухозух. Ну еще зухо есть существительное, знаете, да? Уличная печка. Зухо. Зар. Объявление, реклама. А запах мускусный, это зар. 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 Вот оно. Что несколько слов, которые мы знаем, да? Зар. Зар. Нет, ежик зара. Мускус. Ежик. Ежик, да? Зара. Хорошее слово, я что-то забыл написать его. Зара. Зара. Зара, пишется он был. Зара. Зара. Еж. Еж. Зара Цицин. Есть такой персонаж мифологический. Он калмыкам повелевал жениться и не брать в жены сестер. М? Ёж, зара. Зара. А это зар, запах. А? Что? Зара Цицин, это легенда, миф есть. Когда люди рано. Раньше люди ходили голые, не было одежды, ничем не прикрывались, женились, брали в жены, выходили замуж хоть за кого. И так хан повелевал, сказал, так больше нельзя, надо что-то делать. А? Ну хоть за кого, хоть за сестру мог бы и жениться, на близкой родственнице какой-нибудь. И тогда собрались на совет и не знали, что делать с этим. Тут прибежал ежик, прискочил, самый последний прибежал и стал говорить. Көл-көл махан автын, көкір әркен автын, ерәті қуыс өмістін, елік бұру бейден автын, например. И все. Повелел жениться. Когда свататесь, надо говорит, мясо брать, водку брать. Ёж сказал так. Его Зарацистин прозвали. Он очень мудрый. Это легенда. Миф такой. Миф. 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 Ёж дал совет людям. Зар. Зар. Ну, З. Вот слово. Еще слово. Зарга. Знаете, да? Зарга. Суд. Зарга. 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 Суд. Суд. Зархче, судья. Ага. Так, это я сотру здесь, да? Эти слова сотру?
И такое тоже слово. Зюр. Кюн. Зюркюн. Зюр. Ага, сердце. Ага, сердце. Зюркюн. 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 Зюг. Слово есть еще. Пчела. Зюг. Долго так. Зюг. Все. Зюг. Пчела. Зюгин бал. Пчелиный мед. А? Х. Х что было? А. За. Зюркюн. Зюркюн. За. Ха. За х. За ха. Воротник. И край. Да? За х. Воротник. Край. Край. Зюркин, зюркин написано. Сердце. Воротник. Захы. Кюн ахта девил захта. Все, перепишите, ебалова. На следующем занятии будем букву С проходить. Я. Зок. Ну еще слово есть тоже. Зуха стерли. Ага, стерли. А. Слово, последнее слово перепишите. Все. На З. Зандан. Зандан. Сандал. Сандал. Зандан модный, говорит, наш. Зандан. Имя Занда. Вот это Зандан. Нет. Это санскрит. Сандал. Зандан модный. Зандан. Зандын герл, да? Жена Хонгара. Зандан. Ага, следующий пятница, вторник, выходной же. Следующая пятница.